Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выступил с инициативой воплощения коллективного ифтара, на котором звучали слова благодарности, поздравления с благословенным месяцем Рамадан и всеобщее разговение после захода солнца. Подробнее расскажет Ларьяна Шамхалаева. Среди приглашенных гостей коллективного ифтара видные политические деятели, представители духовенства, главы муниципальных образований, имамы городов и районов Дагестана, общественники и спортсмены. Общереспубликанский ифтар собрал порядка 800 человек. Инициатором коллективного ифтара стал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Много невежества в нашей жизни, в нашем сознании, в наших поступках. И нам дается шанс Аллахом для того, чтобы очиститься от этого невежества. И чем больше мы очищаемся от невежества, тем лучше становится жизнь Дагестана. Признательность главе региона за теплые слова в адрес мусульман и внимание выразил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Он закрепил встречу и коллективный ифтар молитвой во имя благополучия мусульман. Да сделает Аллах сегодняшний наш ифтар таким благодатным маджлисом, после которого все многократно увеличенными силами и ответственностью станут еще больше работать на благо нашего народа и Отечества. Аминь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. В непринужденной атмосфере верующие имели возможность пообщаться друг с другом, обсудить вопросы, касающиеся мусульман Дагестана. Мероприятие сопровождалось демонстрацией медиароликов, чтением нашидов и мавлидов. Со своей стороны заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов поздравил присутствующих с благословенным месяцем Рамадан, поблагодарив организаторов ифтара. Сегодня собрались и главы администрации, и имамы, и алимы. Собрались и ученые, журналисты, общественные деятели, депутаты. Это является, с одной стороны, проявлением уважения к великим исламским ценностям, а с другой стороны, подтверждением единства и сплоченности народов Дагестана, единства и сплоченности власти и верующих, единства и сплоченности власти и духовного управления мусульман нашей республики. Мероприятие призвано сблизить общество, а также поспособствовать объединению и укреплению уз братства и взаимопонимания между структурами государственных, общественных, религиозных организаций. Это еще один показатель, и перед самим собой, и перед Всевышним, чтобы мы все заняты одним делом. Мы обслуживаем Дагестан. Мы оказываем услуги дагестанцам. И от того, как будут жить дагестанцы, во многом это качество нашей работы. И мечети, и районов, и правительства, и парламента, и всех. Несомненно, подобные мероприятия в месяц Рамадан, они являются еще одним фактором сближения, взаимодействия, тесного сотрудничества представителей власти и духовенства. И этот курс поддерживается главой, и сегодня он наглядно это еще раз доказал и выступил, замечательно выступили сегодня. И поэтому мы очень надеемся, что подобные мероприятия будут иметь еще продолжение. Ларьяна Шамхалаева, Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Каспийск.